Полицейские из Волгограда обложили данью торговцев местного вещевого рынка. Слушатели закона взимали плату с афганских предпринимателей. Взамен предлагали свое покровительство и отсутствие проверок. Не хотим никого обманывать и сами не хотим быть обмануты, понимаешь? Если мы, как говорится, говорим, мы же вот сказали, открыть контору, у тебя не будет проблем, понимаешь? Зато проблемы будут у самих полицейских. Сразу после получения очередной взятки их задержали. Всего в реализации преступной схемы участвовало 4 сотрудников регионального МВД. Среди них старший участковый районной полиции и заместитель начальника отдела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств виновности указанных лиц. Свою вину полицейские полностью признают. Сейчас им грозит до 12 лет колонии.